все будет ок, ведь сами волчок. И это у нас, как вы уже поняли, Океан Тейл. Да, вышло новое обновление, которое посмотрел Дантекас, и мне тоже захотелось записать. Давайте же посмотрим, что будет дальше. Так. Так, нет. Вот так. Так. Да. Я сразу говорю, я буду моменты, которые мы уже видели, не вставлять. Я буду останавливать запись. Так, ну что ж, я вернусь, как только увижу что-то новое. О, вот здесь раньше не было сохранялки. Давайте сохранимся и пойдем дальше. Так, как я помню, тут подсказки не было. Но мое чутье отдыхающий меня не подводит. Что ты нам скажешь? Осторожно, большие обрывы. И чё? Так, идем. Музыка резко оборвалась. Вау. Так, ага, теперь тебя надо двигать. Пока что это изи. Азриэль. Это баг. Это баг, походу. Вы поговорили с манекеном. Кажется, ему не понравилось. Троица. Я не понял, что за баг? У него одного такой баг. Баг. Я хочу пройти дальше. Ай, разбираться придет. Этот глюк был, мне пришлось перезапускать игру. Так, ну в общем, о, Тори. Ладно, давайте посмотрим. Хотя мы все это видели, но тут ремиксы вообще на высоте сделали. Графику прикольную. И почему манекен стал розовый? Ладно, чё, you motherfucker, иди сюда. Мы поговорили с манекеном, кажется, ему не понравилось. Ну иди ты нафиг. Я продвинулся чуть-чуть дальше, видимо, эта серия будет вот так. Буду, придется долго монтировать. Так, ну-ка. Просто удобная лавочка, хотите на нее сесть? А почему бы нет? Удобно. В это... Серьезно? Вы серьезно? Тоби Фокс! Да, Тоби Фокс, привет! Привет! Да я за тобой побегаю! Ну ладно, мне надо идти дальше. Да, Фрогик не напал. Кажется, он опаздывает. Как и в прошлый раз. Я уж думал, опять баги. Так, сохранимся. А что у нас здесь? А. Все конфеты съел на встабук. Вот скотина. Просто идем дальше. Посмотрим, что тут еще. Так, нет, ты скотина, я к тебе подходить не буду. Я помню, что ты сделал в прошлый раз. Прикольная ручка. Так, ага. А, вот и ты. Мы с ним уже говорили. Сейчас вернусь. Ох. Было интересно с тобой пообщаться. Вот реально сейчас выглядит, как будто он с усами. Вот реально сейчас. Ладно, я уйду с твоего пути. Спасибо. О, распродажа паучков. Крабики, крабики. Потанцуем крабика. Все танцуют крабика. Все дойдем до крабика. Потанцуем крабика. Все дойдем до крабика. Дайтесь. О. Осторожно, сильное течение. Да, очень сильное. Да ладно. Здесь есть пасхалочка.
О, здрасте, гостик. Ага. Куда свалил? Ты, засранец, вернись. Я хотел с тобой поговорить. Гостик все время исчезает. Почему-то это изи. А вот дотыкать с этого выходило очень тяжело. Мне почему-то это изи. Давай, погнали. Давай. Погнали. Что-то это с записью связано. Так, ага, ключи. Значит, нам надо тоже ключи искать. Куча игрушек. Подводный шкаф. Японская форма. Подводный шкаф. А если я тут посмотрю? Кровать советка. Мягкая кровать. А, Яндекс-симулятор. Специально для Дантекис. А для меня никто ни хрена не делает. Потому что я малоизвестный ютубер, но все равно у меня годноты до хрена. Это дневник Тории. В нем обведены несколько обрывков. Вы обратили на них внимание и начали читать. Почему я выгляжу идеально? Потому что у меня шикарный костюм. Рыба-меч потеряла свое оружие. Почему рыба с ловкостью шутит? Да у нее язык без костей. Вы поняли, что каламбур из этого дневника зашкалит, да? Просто over 9000! Это магия. И чё? Большая кровать. Подводное растение. Я не могу взаимодействовать с кроватью. Подводное растение. Вроде бы обычная картина. Стоп! Кажется, за картиной что-то есть. Поздравляем, вы нашли несколько желтых ключей. Эту комнату на эмоте. Я знаю, там желтые ключи нужны больше, нам нет смысла ничего искать. Похоже, надо вставить два одинаковых ключа. У вас есть несколько ключей. Возможно, подойдет. Желтый. Желтые ключи подошли к замку. Ладно, идем дальше. У меня сейчас 200 FPS было. Так, идем. Значит, тоже мы тут увидим. Наверняка мама рыбка уже там. Да, поняли. Ой, кто тут? Что ты тут делаешь? Ты пришел, чтобы уйти? Я пыталась сделать тебя самостоятельным, но это была ошибкой. Нужно было больше заботиться о тебе. Но я... Я не могу тебя отпустить. Сначала докажи. Докажи, что ты сможешь справиться сам. О, батл. Так, ну это действует. О, нет. А, о. Нормально. Ну уже что-то получается, если двое ключи. Это что-то уже и дает. Ау. Ау! А ты чё? Если сюда встать... Ау! Что ты делаешь? А ты не видишь? Я пытаюсь спасти свою жопу. Атакуй или убегай. Нет, я буду тебя щадить. Пощада спасет этот мир. Что ты этим доказываешь? Тем, что пощада спасет мир, конечно же. Атакуй или уходи. Ау. 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 Остановись. Перестань так смотреть на меня. Уйди. А никуда я не уйду. Музыка прекратилась. Значит, мы на верном пути. Знаю, ты хочешь уйти, но... Почему? Ты можешь остаться со зрелем. Я хочу выйти. Я тебя понимаю. Ради тебя, дитя, я сделаю все, что ты хочешь. Она давай такая испарилась. Ладно, идем дальше.
Вот их дьявольский план. Сейчас посмотрим, что они будут говорить. Надеюсь, наш план сработает. Ну, попытаемся. Постой, мне послышалось, или кто-то тут есть? Скорее всего, тебе показалось. Лучше уйти отсюда, вдруг кто-то тут есть. Хорошо. Сейчас такие меня пропалят. А, хотя нет, они уже это... ушли. Так, тут короли нету. Ну, флауи. Идем дальше. Кентейл. О, песчаноград. Типа Сноудин, а теперь песчаноград. А раньше же не должен быть, типа, проход. Или что-то такое. Ой, кокосы. Санс! Санс! Привет, человек. Испугался? Ничего, эти кокосы часто тут падают. Падают потому, что это ловушка для тебя от капитана Папируса. Хорошо, что ты остановился, а то бы влип в кокосовую ситуацию. Ой, узнаю Санса. Советую отсюда уйти, а то он скоро придет. Идем за мной. Окей. Музычка прикольная. Спрячься за этим лайком. Раньше нам продавали лимонад, но единственный работник уволился. И понятно, наверное, почему. Я иду сам, я ничего не нажимаю. Санс, где ты ходишь? Ты должен быть на своем месте и выполнять работу. Но я выполняю свои скелетонные обязанности. Как же меня достали твои глупые каламбуры? Не выполняю работу. Аж вспотел. В смысле вспотел? Скелеты же... Хватит, Санс, шутить! Хех, ты же улыбаешься. Да, и меня это бесит. Может, если ты взглянешь на лавку, она сделает твой день? Санс, у меня нет на это времени. А что такое? Классная лавка с классным товаром. Просто иди на свое место и смотри, не пришел ли сюда человек. Ок. Отлично! Я буду ждать тебя около лодки. Ок. Блин, он так идет, как будто Канкан реально танцует. Как пират. Так, подождите, у меня кошка. Кошка просится выйти. Я сейчас. Так, вернулся. И что ж ты нам скажешь? Не волнуйся насчет капитана Папируса. Он достаточно безобиден, хоть и пытается показать, что это не так. Ладно, идем. Хей, малая. Не хочу навязываться, но не могла бы ты немного подыграть Папирусу? А то в последнее время он что-то приуныл. Буду очень благодарен. С меня ром. А хотя... Тебе вряд ли он нравится. Да, Санс Петром. Как О, Доггу. Спит. Морская звезда. Он спит. Так мило. О, кто там у нас? А, это ты. Давай-ка мы тебе споем. Выспели для Кроки, колыбельную. Кажется, он заснул. Спит. Это типа, когда он спит, такие. Так, все. Пошли дальше. Собираем ракушечки. Привет. Видишь, там маленький островок? Говорят, что попав туда, ничего не случится. А зачем мне туда попадать? Чайка. Иди в жопу. Не буду я с тобой сражаться. Я помню, как Дантекрис эта чайка задолбала. Я просто хочу пройти посмотреть, что так. А ракушки я собирать не буду. О, привет, человек. Эту головоломку ты никогда не пройдешь. Она сделана мной, великим капитаном Папирусом. Бро, это же я почти все сделал. Но это же моя была идея, что будет 5 ракушек. Человек, давай, реши ее. Сейчас попробуем. А почему эти не берутся? Эти ракушки не берутся. Противоположности сближаются. Я их не могу взять даже. Надо исправить этот баг. Опа, я понял, что тут их нельзя взять почему-то. Но они к ракушкам подходят. Как ты решил? Оказывается, человек очень умный. Я же говорил, а ты не верил. Если так, то следующая головоломка будет сложнее.
Что ты нам скажешь? Я могу поспорить, что ты выполнил эту головоломку методом тыка. Или нет? Конечно нет, я просто подумал. Дедуктивный метод это называется. О, гамак. Я хочу полежать на гамаке. Хотя уже нет. О. Ясно. Так, давайте посмотрим особой благодарности. Так, угу. Конечно, меня туда не включат. А может и включат. Да я без понятия. Так. О, вот вы где все. Ну тут даже некрас есть. Вообще прикольно сделано. Тут бифлокс, какой-то единорожка. Что же хочу сказать, обновление довольно крутое вышло. Да, мне понравилось. Только тут какие-то фейлы были, но не знаю. Это, наверное, связано с тем, с вмешательством моего бандикама. О, ладно, тогда пойду этот видосик рендерить, а вы ждите. Этот видос скоро загрузится на моем канале. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. С вами был Волчок, и помните, все будет ок.